Шипы, ты чё там? Идёшь дальше? Написал релок. А, релок. Блядь, вот видите, посланник, делаем мы чё-то проблемы дофига. Шмот, вроде всех всё есть, блядь. Чё, осталось сыграться, что ли? Это подожди, это калка можно поздравить с метеоритом или что, блядь? Я не знаю, где он, у меня его нет. А, ну кто-то другой сролил, потому что... Я его забрала, типа. Я думал, она тебе его все забрала. Ну, значит, не поздравляю, ха. Ну да, это там, по-моему, бистриня вроде как на куликов вообще. Смотрите, ну-ка. Да, у тебя что, есть шмот на ДПБ? Смотрите лока, я там шкаф поставил специально. Смотрим. Так а что ты локом, тебе шаман надо будет? Еще рано шаманом. Тут ДПС больше. Ты чек на такую. Шаману нужен хадир и торим. И все. Подожди секунду, не пуляй, я спекнусь по фасову, сука. А, мы без масти. Пизда. А лимон там. Блин. Подожди, а. Над лимон. Давай, она за шмотом заходила. Настя, ну хоть похили этого босса, я уже в сове. Ой-ё. Всё, сразу утерла, дай тебе чё, Настя же говорила плохим шаманом. Так она здесь, мой муж. Да, пофиг, пошли, это не убьём. Зиг готов, пошли, пошли. Что, мы по рукам играем, нет? Чисто босс, давайте делаем. Чего вы дохнете? Не знаю. Происходили, да, первый? Тогда я на шамана захожу. Сейчас кошатница первая. А, да, точно. Танка. Все, пойдем, у меня дальний, а ты ближний. Подходим. Антифира поставь. Играйте по-другому. Подходит босс. Что, сразу агрим? А, сразу. Разваливаем? Давай, разваливаем. Бедать потом полгода. Нет.
Че, давай, герой, да? Ну а че? Я понял, сказка, берешь. Да набили тебя, по-моему, не хилит никто. Кал, давай хилит, блядь. Так я ретро, блядь. Хилит выйди мой, да? Я хилю проками, блядь. Да нахер тебе, блядь. Фу, хп. Зачем, блядь, нам хилы? Во-во. Блядь. Я наорёт, да? Классная инста проносится, кстати. Типа даже без роста слили до этого защитника. Скиллованная, да. Боссы как будто манекены такие, знаешь, пришел. Один. Только не наступайте. Чё там, блин, сам? Да, не надо этого говорить. Какой сундук надо наступить? Можно, короче, завтра поставить еще до ХБ. Все работают. Слышишь где? Алло, слышно меня? Алло, алло. Слышно? Можно завтра еще до ХБ поставить, если вечером там РТ не будет. У меня не будет. Часов 7 вечера или как? Я ебал. Забыл, у меня же на шамана надо зайти. Нужно подойти поближе. А, я сейчас шкаф поставлю, о, точно. Скажите, как здесь делается ачива? Просто бегаю. Какая именно? Противодействие зиму. Дом надо одновременно там. Под луч, под догонёк там. Контроль мой сейчас. Да сколько не пытался, прям вообще. Вот и танчите. Блядь. Ебать, да? Пока вы заходите, я сейчас. Надо за часик все это быстренько разгребать. Фаст там. Тут часик даже. Вот дай, вот. За полчаса. Тут бить-то нечего. Даже Трисия за час льду будет. Трисия топор. Так вот, блядь, даже не знаю, как утюга запустить. Ну, машинки. Ёбаный в рот, блядь. Запустите кто-нибудь. Бери гекаду. Я хотел туда тыкать, говорит, блядь. Он, наверное, на Мимироне тоже не знает, как ХМ запускается. Знает просто он, блядь. Всегда говорит, я ебал. Ну чё, погнали? Чё, в Катаж ещё? Ну чё, не в какие ещё? Да, в Катаж. На пулевой напало. Хорошо. Вы будете наказаны за это.
Агир. Не спал. А чего за парень? Сорвал. Никада нам провалил и на размору. Щитец там лежит, чешо. Ну, в основном дал. Давно какой-то. Я почти догнал колка. Барать, у меня все остальные боссы высочины. Выводи Асторима, тебе что надо? Тринь и кольцо? Твой шею? Тринь мне сейчас нужна, да? Мне нужна тринь и щит. А отсюда три. А шея пуха есть? Да. Торик дубощит. Олег зашел, что ли? Да, точно. Какой характерный клацанье сразу. Че, ДФБ до завтра во сколько? Или днем, или вечером? Нет, просто завтра еще тоже выходной. Завтра выходной? Ну да. О, интересно. Не знал. Как все? Я могу похилить. Первая группа в комнату, вторая на арене. Пустили моба, блядь. Я не спекнусь уже. Ну, хуём. А я дед. Кому-нибудь. Диван, да, тебя обернут. Да не надо, давай я поподхилю здесь на арене, а потом Рикард похилит. Нормально будет. Все, поехали. Куда я? Я куда? Первая идет туда. Помнят. Первая в комнату, вторая тут. Запускай рычаг. Алло, ебаный в рот. Это был.
было в гараже. Неплохо. Я, блядь, в решетку смотрим. Где я? Мы после этого босса все, да? Да, все удаляет. Не, пойдем дальше, че. А он, блядь, я могу 4 персада под бомжа удалить, нахуй. Один из этих это друид. Чемпион вышел. Стану. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить вызов мне лично? Танчи. Дай гил. Рэндж, наберитесь. Дай гил и рэндж. Убил. Да он вообще баланс, блядь, себя чипы запорол. По-любому. Теперь вам предстоит отомстить за нас всех. Это будет непросто, но я готов помочь вам. Опа. Ну, посмотрим. Где Везакс, короче, спрыгнуть с этих обломков, короче, на платформу, где кучки мобов стоят, сможешь спрыгнуть? Все, на локу захожу и нормально. Это на локу? Да, ну все, можешь шамана кикать. Я все забрал, чем, ну, ты не упали. Так, чё мне, в коте? Или чё? Next раз, короче, на коте, когда пойдем, можем сначала пронести... ну, за щитом сходить, если упадет, то я могу шаманом пойти. У меня вот тоже шаман хил собран на ПТ. Только все места хилов заняты. А кто там из танков сделали уже ПТ, так уже не ходят. Ну я только начал на протопола собирать. А вот если бы Актул голы не
забрала тогда щит, то у меня бы сейчас уже был собран. Это сторима как раз. О, сходи, расходи. Ну не идите, миленький, не идите, да? Что будем делать? Ну, руку, кровосека. Кровосека, давай пустую. Какие вырубки, блядь, пизду. Будем бурстить. Как топчик. Не забурстим, нихуя. Не забурстим, да, но... Ну, не знаю, убьем пару волн, потом забурстим. Наверное. Что, начинать? Мы в прошлый раз убили без всякого этого, блядь, без всяких волн. Начинай. Блин, был куда хуже ГС. Начинай. Да. Фурик, сидишь на боссе, косты сбиваешь. Отхил, что ли? Ой, да. Давайте под гриб. Грибы, да. Корни не забывайте. Наверное, еще одну надо здесь. Да. Могу. Пока. А лучи старайтесь сбивать, там фурик. Кто еще может? Не, гаду тоже. Че, блин, где там волна? Ну, еще одну ждем волну, а потом будем зергать. Кто выйдет? Если не а можешь руку дать? Да, можешь руку дать, кстати. У меня нету КД на рост. Да, рост. Да. Наряд ты отвел. Мы выбили. Сока. Бегаем дальше. Без смерти. Благодарю вас, герой. Так, Миронов в коте, да? Хо-хо, я еще и ларь выиграл. Да, у меня алхимка. Чё ты, а, ты же друлер не идёшь, да? Ну я на этом, на генерале, на ДК зайду. Нам ванну дать кому баночки. Я пика не дам. Ебать, а чё я что-то не понимаю. Посланники что ли танчу? Да нет, я много чего-то для посланника.
Да не, я что-то посмотрел, только... Короче, пух-пухка и щит, что-то это самое. На остальное нет. Чего нет? Чек? Блин, РНЖ останешься, ракету сломишь. С хантом. Да, обычку. Хан завис. Ломач. Не знаю. Да, всем каски разбери. Валера. Сколько их можно пить? 4, да? Не, больше можно. Сколько? На скольки превращается? На 7, наверное. Не знаю, я 6 выпил. Рандом. Всегда рандом. Можно и 8 выпить, блядь. Сука, я в пидора какого-то превратился. Да? Если превратился, так ты же им и был. Смотри, какой-то не спрашивает. Да. Кто ходит в ульдуар, тот по определению не натурал. Смотрите, какой низкорослый фейс. Чё мы там ждём от ломанчика? Чешу. Ну. Всё, запустили, я... пойдём. Поехали. Чё, на мины наступаем, да? Да. Поехали. Сейчас заработать. Да, не успел. О, блядь, дальше никого нет. Че, наступили на мину? Чешу. Ну да, вот тут была мина. Ну ладно. Прожал бабл, хлопаю. Да, сам. Представь, гном такой, блядь, бегает, просто на минах взлетает от каждой мины. Представляю вам противопехотную штурмовую пушку VX-001. Советую поискать укрытие. Просто пукан разорвали. Благодаря вам я получил ценнейшие сведения. Так, а куда же я дел? Питер. Красота, правда? Я называю это непревзойденной воздушной боевой единицей. Ой, я могу чаржиться, смотрите-ка. На тебе борщ. И удар в спину сразу. На лане, переду прожимаю всегда, когда она взлетает. А я за ШД, короче, знаешь, что делаю? Духов в комнате хлопал, блядь. Прожимал ложный и хлопал. Шаг спустя. Жесть какая. Когда ты за ШД, ты вообще играл? Когда робот создал, я ШД сначала был. Да, я там что-то 12к давал, что ли. Пиздит по-любому. Вниз больше.
беззубчатая шестеренка, лол. Генерал потом этот хуй. Да. Ага. Зубаст. ДК на этом руке. Может сам зайти потанчить. Че ты говоришь, зайдешь? ДКшник на Аки с Саркона. Заходи, я поеду уже, блядь. Давай. Накинешь мне ЕП. Сразу схал. Я смотрю, у тебя половина ХП. Там рисуют хилы. Так что стой. Пойду, курю. Ай, бог пойдем. Или бы он ушел. Ладно, не распаковывайся. Фир. Ну, фиру. Лог, да еще и баба, это же вообще пиздец. Ой, гном. Баба гном. Пиздец. Во что вы меня превратили? Предмет еще не готов. Я пока не могу прочитать это заклинание. Зелень ночных кошмаров, ну-ка. Ты его сбил сразу. Там надо на месте стоять. Параллель. И сейчас.
У нас только Билли, только я и Джерри, он так умеет. А я чаржился через лезвие ГРС. Фурик. Топ скилл такой. Я прожимал метаморфозу, жертвенный костер и убирал вот так вот. Брызги. Первый раз. Когда первый раз попал в РС-ку, я вижу много мелкого трэша, думаю, о, прожму-ка я метаморфозу и подамажу. Издох. Я пока не могу использовать. У меня тогда не было ДП. Когда сказали, о, больше так не делай. Ну чё, хэмочку? Чешу. Да. А да, хэм. Дал такой скилловый стан. Чуркота. Алебарда моя ебаная выпадет сейчас, нет. Нужно больше маны. Массы не бейте тут. Сейчас хэмочку сделаем. Давай каску. Лол, блядь. РТ. Умирающий конопли, блядь, сельчак джерет, блядь. Ну шо там? Алло. Аркона. Где он? Чё он дал ранее вообще? Сука. Что происходит? Чё такое? Animal? Ты тут? Ещё раз я на ДК захожу. Ну, Жека уходит. Можно на плюс 0 кого-то взять одного. Он зуслятенько.
А что ты заходишь? Вот тут Лятенька зашел. А, у него танки. Ну, Рафаэл остался на... Побегал, брат, встать сделал. А из фрижа придется бить без каски. Запустился. Там всякие совы вообще не бейте. Ну, все готовы. Че на ренджере сколько? Двое. Почему двое? Трое? Четверо? Фурик ШП в курсе? Саранитовые пыры делают. А, бля. Да в курсе. Там. Можете вообще там жезлом бить вначале, там милики все снесут, ману не тратите. Давай, Агри, пойдем. Да, пойдем. Он походу из-за трактора этого не слышит ничего. Лучше по одному стойте, не в толпе, там метка кинется, отхилит. Там стопить, наверное, надо будет. Сейчас надо будет захиливать, сильно танка будет пробивать. Это ты просто так не хили, ты его хиль, когда пробивает только, потому что маны не будет, не хватит. Там вот когда он кастует вот эту фигню долго, он потом какой-то бонус к атаке, что ли, получает, или к скорости атаки. Вот там надо захиливать. Ну, там ДК еще прожмёт. Крабов топать уже. Да, можно его там так поставить. Хотя можно его убрать. А у Пета мана ресается, кстати. Пиздец, еще 40 секунд его ждать. Че собираетесь? Не так много. Вот где? В отличие от 5-часового анбаха, конечно, не так много. Чё, копьё никто не словил? Да. Все скилловые. Просто не поймёт сейчас. Так, у Гекеда 20% маны, ему уже пора бы появиться. Зеленые лучи, разойдитесь.
метка с рейда. Тот словил, да? Отхилился. Курва, мать. Да ну нахуй. А чего вы хотели с него выбить? Сейчас винкану. Я сам посмотрю. Плачешь, что ли? А-а. Вот это дерьмо. Или... Мусор. А, это не то. Сейчас я десятку включу. Вот это дерьмо. У этого 4%, а у дробяшки 3. Так, блять, миски что ли? И чё, или соло затанчишь? Нет, наверное, мишку. А чё Хант ногами перебирает назад? Достаточно мало. Не знаю. Это знак. Что там Митриус перезаходит? Чешу. Че не готов? Засуньте этого, блять. В одну пати, кто в комнате. Зачем? Ну, а, чтобы подхиливать? Да, чтоб спокойствие там мог дать. Зачем комнату хилить? Да я не знаю. Кто там еще? Да шапаль не идет. Че, готов? Да, еще раз чекаю. Кто идет тут? Все готовы, пойдем. Будем меточку ставить, кого убить. Скоро мы сразимся с главарем этого. Там справа, слева. Смотрите, кто будет. Против его прислужников. Что стоит им бегать? Все, кто плюсанули, кто? Калк, Вайс Фриз, я и Эхламончик. Давай, Эхламончик и я справа, а Калк и Вайс Фриз слева. Калк в ближний левый, Вайс Фриз в дальний левый, я в дальний правый, Эхламончик в ближний правый.
Реки по-другому, которые там под боссом. Еще. Демон с тысячью лиц. Трепещите! Ну, большого вот отойдите. Гимн на ману, прист. Настя, ты тотем поставь. Проходите от черепка. Сзади мелкая, иди тебе эти не стояли полу. Скоро уже порталы будут летать. Пойти там все кто что может. Заткнитесь собственной ненавистью. Подойди со мной, Гикада. Сейчас заходить просто не. Ты иди прошу, блин. Че ты мелко-то? Контакты не спойте. Че проценты? Хуёво. Дамаг есть. 15 секунд. Сколько? 15, 14, 13. До конца. 12, 11. 8, 7, выходите. До конца бьём. Переведут. Ты огри, пока я побью босса. Вернитесь. Все, играем. Геру. Отворачиваемся. Отворачиваемся. Мне не хватает энергии. Отворачиваемся. Бэрните ШП, что ли? Мы уже забыли. Мы уже убили. А ты не навигай, да? А я не помню, есть у меня вот эта хватка от урона ХЗ. На катану нужна, да? И молот, сука, смотри. Двуручный нахуй, за которым я ходил 500 тысяч лет. Пиздец, лут, блин. Че, на этого, блять? На огненного? Да. Кто там, на Игниса? Игниса, брони еще есть. Чё, будем бить? Пойдем, бьем. Пойдем. Чё, собрание сначала? Да Игниса можно не бить, да. Пошли на собрание сходим, там хоть ключ падает. Это получается в галерею разрушенную. Собрание.
Придется тебя диспарить. Калку подиспаришь его туда. Че, маленького, потом среднего, потом большого. Будет держать большого, среднего, а Митрис маленького. Все, поем. Кстати, станется неплохо. Калк, попробуем стан дать. Я сейчас чаржнулся к нему, он застанился. Пьем до зеленый. Они не успеем, наверное. Сейчас уже появится. Смотри, какой медведь, нихуя себе. Смотри, какой рослый. Серого слова. Смотри, как медики пытаются бить сзади босса. Я просто показываю. Сейчас свой упадет, кстати. Надо хилить. Иди спалить. Так он сейчас все равно упадет. Там пару секунд осталось. Нет. Умер как-то. Разгромили железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребятки. Передепесила из фриза, блядь. Как дела? Мишка. Танчить учись, да я уже научился. Ну накинь там айсфризу что-нибудь типа 200 ИП и потом стрельнем за посланника. Этого козла бьем, нет? Игнис. Че, бьем козла? Тогда в кота, да? Я уже протонулся. Протонулся? Че, расходимся ты или нет? Могу шаманом зайти, он у меня везде. Пошли за хуяри. Зайду шаманом. Кузня. А тут мобы еще. Где там Настя-то? Как голд там падает шмот. Не знаю, да. Ну чё там, где, алло, как, почему, зачем? Да, ну слушай. Ужас, блядь.
Чуть помедленнее, кони. Чуть помедленнее. Надо подождать. Присуну. Ой, у тебя там ассист. Надо подождать. Нужно подойти. Могу использовать эту способность. Вот это ты можешь взять урик. Это, бля, 4 моба, саги. А нихуя ты как попал. Давай, давай, гильду открой, дай мне запать. Да пофиг вообще. Ты 3 минус рейд. Я зато добегу сейчас, пока убьете. Кто-то будет, не? Я ебал, короче. Сука. Больше надо. Это 4 всего лишь. Слабо. Вы посмотрите, Войт не хочет даже к мобам подходить. Боится. Смотри, ничего не боюсь вообще. А это потому, что его обидели предыдущие мобы. Вол. Что-то я не могу резать. Так и должно быть. О, нихуя. Символа нарез нету, что ли? Че это? Такого не должно быть. Вот он без личного суждения. А че я не могу резать? Че это? Тарак. Кто? Потому что тарак. Не, ну, че-то. Берни! Вот. Я, все встал. А теперь это самое загорелся. Ну, темное было. А, сука, маны не было, ебаный рот. Еба. Вперед, войны железного тигра! Да свершится воля Творца! Настало мое время, да? Опа! Огните! Огните в огне Творца! И Иннер, да? Чир. Он сахалончика сейчас. Тробы. Сейчас пристав. Ну и чё, где эти шмотки за 20к? Эй, бай, мы расходимся. Чё, полторашку начисли? Алло. Да. Я не знаю, а сколько там надо? Я не видел. Там полтора. А лопа кикни, лопа кикни. Кого кикнуть? Лох. Вот, сними с гекады, пожалуйста, потому что ты... Что это за квест? Слушайте, что это за квест? Спасибо.